Сорт перца ракота Аджи Ларго. Это довольно уникальный сорт острого перца. Он внутри с черными семенами, довольно толстостенный, и у него пушистые листья. Очень красивое растение. Вот у него какие цветочки. Это довольно редкие сорта. Высота такого растения может достигать метр, 1,20 м. Так что вот он у меня подвязан на шпагате. Тоже может давать большие урожаи. Острота перца от 50 тысяч до 100 тысяч единиц по шкале Сковеля. Срок созревания от 80 до 90 дней. Вкус у этого перца пряный, с цитрусовой ноткой. Очень интересный сорт, очень красивый. Его применяют как в сыром виде, так и жарят. Можно готовить всевозможные соусы. Вот кустики небольшие. Вот. Какое количество на них завязей. В теплицах они могут достигать очень высоких, даже до 1,5 метра. В зависимости, как вы будете его подкармливать. Вот такие плоды. Это растение многолетнее, так что можно выращивать у себя на балконе. Оно будет у вас как лиана. Высокое. Вот такие вот плодики. Сейчас я... Держится так, что не отдерешь. Сейчас. Угу. Ну, так-то просто оторвать. Вот такие вот. Хвостик отлетел. Довольно мягкий. Мягкая структура у него. Такие вот красивые перчики. Выращивайте такой сорт у себя на балконе. Это будет очень высокое и красивое растение. И всю зиму у вас будет перчик.